Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации Люберецкого района. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации муниципалитета. В начале заседания участники мероприятия подвели итоги фотоконкурса «Чистое Подмосковье. Чистые люберцы». Его во время субботника провели местные предприниматели, а также представители общественной палаты и администрации Люберец. Наши жители принимали участие в субботнике и освещали данную деятельность в социальных сетях под хэштегами «Чистое Подмосковье. Чистые люберцы». В результате чего конкурсная комиссия, в которую входили составы члены общественной палаты, представители администрации, подвели данный итог. За лучшие снимки трех победителей фотоконкурса наградили ценными подарками. Надо сказать, что в минувшем субботнике поучаствовали более 28 тысяч люберчан. Тем самым городской округ занял 5-ю строчку в рейтинге муниципалитетов Подмосковья. В рамках акции были проведены в порядок 344 двора, прибрежные зоны водоемов, 19 зон отдыха и памятных мест, места общественного посещения и отдыха жителей, общеобразовательные учреждения, торговые предприятия. Всего в субботнике приняли участие 267 организаций. В свою очередь, люберецкие огнеборцы доложили, что на прошлой неделе они осуществили 60 выездов по сигналу тревоги и участвовали в ликвидации 7 пожаров, 3 из которых произошли на территории городского округа. Также происходили следующие мероприятия. На прошлой неделе, 17 апреля, это уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны, который 15 апреля был обнаружен на территории СНТ «Ручеек» силами взрывотехнического отряда ПСО-22 «Мособлпошспас». Он был уничтожен в безопасном месте в поле за деревней Токарево. По ряду улиц городского округа проводились плановые отключения электроснабжения. В целом система ЖКХ работала без сбоев. Все обращения жителей, поступившие в службу 112, были решены. Что касается работы дорожных служб, то для них остается в приоритете выполнение ямочного ремонта. Ямочный ремонт проводился на всей территории городского округа. На данный момент выполнено 1809 ям. В городском округе Люберцы полностью заделаны улицы Котельническая, Южная, Хлебозаводская. Однако, несмотря на то, что ямочный ремонт идет полным ходом, его реализацией недовольны жители гарнизона. 3 недели там вырезаны участки дороги. Руководитель соответствующего управления пообещал, что на этой неделе непорядок будет устранен. Завершилось заседание на радостной ноте. За вклад в развитие местного самоуправления наградили Викторию Бунтину, начальника управления образованием районной администрации. Анна Троян, Никита Скраган и Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.